названная «Моторола». Вот лицо нашего славного бойца, бармена. Вы его прекрасно знаете по фотографиям и видеоотчетам. Супербоец, снайпер, автоматчик, пулеметчик, гранатометчик. В общем, универсальный солдат «Моторола». Так случилось, что брат наш ранен был несколько позже, в тот день, когда мы были на задании. Он снова вернулся на место с бойцами. Как это было, сейчас расскажет. Брат бармен, ну расскажи, что произошло, как тебя угораздило? Ну, под Ясиновкой, когда БМПшку увидели, хотели снять ее с СПГшки и не сняли. Вот. Потом в следующий раз приехали стрелять, начали работать по ней с АГСа. Вот, и они нас заметили. И тридцатками разрывными. Мои друзья говорят, что это был француз, разрывными, то есть. Mm-hmm. Сначала полетели трассера, за трассерами уже полетела эта тридцатка. С собой рядом находился мотор, естественно, тополь желтый, витягивали меня, мотор, машину быстренько нашел, чтоб меня. И вот как бы спасли меня, сюда быстренько приволокли. Так у группы вместо того, чтобы ну, закидали нас в тридцатки, они еще и мины меж накидывали сверху, по заводу действующему. А этот завод поставляет воду на Донецк, на Ходжонково и на остальные города. Mm-hmm. В Ясиновке, я не помню, как называется. Или фильтровальная, или как-то так вот. И все-таки мы взяли это, вот это была БМПшка, мы взяли эту, как высота это называется, да, так можно сказать. Она вся была настолько заминирована, что там эта защитка хотела бы разнести, наверное, все Ходжонково. Вот настолько злые люди эти укропы. Куда тебя ранило-то? Позвоночник. Вот, ранил. Ходи пока не могу. Ну доктора говорят, что 50-50. 50 на 50. Мы попросим молитву наших братьев и сестер, чтобы брат... Да, я молюсь за это. Я думаю, что все будет хорошо. Я знаю, ты у нас умничка. В отличие от некоторых язычников. Так, что тебе еще, что еще хотел сказать? После того... Кстати, можно я перебью? Да, да, конечно. Я слышал, было перемирие. Вчера ко мне приходил друг, сказал, танк выезжает к нам сюда, здесь, в Донецке. Постреляет, он лежит человек рядом со мной. Не да соврать. Вот, выезжаю, да, пострелял наших, взял 300. Приказа стрелять нет. А приказа стрелять, что это за перемирие, не могу понять. Какое-то странное перемирие у нас. То есть мы не стреляем по националистам, а они по нас стреляют. По нацистам. По нацистам. Что это за беспредел? Я не хочу такого перемирия, сейчас он... Тут твой брат на камеру не скажет пару слов? Нет, да я же где-то гражданский. А, понятно. Сейчас пару дней заживу, я вам правосеки покажу, где раки зимуют. Они тебя уже знают. Памперсы боевые. Я ловась для вас покажет, а это был Пушинка. Я вас пух и прах всех разнесу, сука. Кстати. Вчера только были ранены 300-е, которые просто стали на блокпосту, и говорю, перемиряешь. Да, это у них такое. И танк выехал, они как улупили танк эти укропы. Да, на других участках происходит тоже. Мне многие говорят о том, что украины открывают огонь без предупреждения. В период перемирия. Это вот тот самый бармен, который сидел на крыше и увидел группу укров, впоследствии нами разбитых. Это он заметил и услышал слова «Я их не бачу». Прибежал весь такой возбужденный и сказал, ну что, ребятки, будем мочить. Мы их запустили во двор и замочили. Так что, брат бармен, мы за тебя отомстим, а ты сам за себя отомстишь. Скоро будем вместе. Спасибо тебе, выздоравливай. Будем молиться за тебя. По поводу перемирия еще раз. Вот скажи, я беседую со всеми бойцами из нашего подразделения, из других, и все недоуменно пожимают плечами. Я считаю, никакого перемирия не надо. Надо брать, полностью освобождать нашу Новороссию, за всю нашу землю освобождать от всех фашистов и жить на своей земле. А вот один выходит тут и начинает, то перемирие, то не перемирие, это еще чепуха какая-то. То есть никакого особого нет, статуса я считаю, в составе некой единой Украины у меня не нет, может. Нет. Но у нас все так считают, только независимая Великая Новороссия. Да. Одна Новороссия страна. Мы начали бороться за свою землю и дойти до конца, и никого не слушать. Нам никто не указ. Мы народ, мы, как сказать, это не слово. У нас подлинная народовластие. Да. Решение должен принимать народ. Народ, да. И единая власть народа, все. А народ хочет Новороссию, да? Точно знаю. Это везде хотят. И даже то, что в Луганске, Мариуполе горят, это фигня. Вчера в интернете писали с луганской девчонки. Помогите, спасите нас.
Так что. Да мне из Запорожья пишут, из Одессы, когда же вы придете? Мотороловцы, выручайте, освобождайте. Вот, вот. Так что все будет нормально. Спасибо. Освободим всех. Спасибо, брат. Выздоравливай.